Абсолютное большинство людей понимают, что насилие, ненависть, жестокость – это зло. Но потом приходят национальные лидеры, и они говорят: «Я сделаю снова великой свою страну. Снова будет Америка и любая другая страна. Россия, Китай – great again, великой снова». То есть когда-то в дальней истории мы уже были великими, сильными, страшными, нас уважали, потому что боялись. А вот теперь нынче, не так как давеча, теперь-то нас не боятся, теперь-то нас, значит, не уважают. Но уже мы должны вернуть нашу силу, нашу славу, и пытаются вернуть. И в какой-то момент люди перестают понимать, что им продают ненависть и жестокость в блестящей, красивой конфетной упаковке. Продают насилие как благо, продают ненависть как любовь, продают зло как добро.